Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Всем привет, привет. Привет, привет. Привет. Привет всем. Как ваше настроение? Кто чем занимается в пятницу? Вы уж извините, что я запоздал немножко. У меня есть важная причина. Мы с женой купали льва, закупали так, что потеряли счет времени. Начали замечать, что в последнее время он прям кайфует от плавания, прям он плавает в удовольствие. Раньше там он 3-5 минут и все. А сейчас уже смотрим минут по 20, может спокойненько в ванночке плавать с нами, то есть прям молодец. Тан-тан-тан-тан, сейчас ждем всех. И проведем розыгрыш, сделаем приятный кому-то в пятницу вечер. Мы с детишками развиваемся, и вас будет приятно, приятно. Стараемся публиковать что-нибудь полезное, интересное. Хотя я немножко, как сказать, спорные мысли одолеваю. Знаете, когда пишу там такие большие текста там, по какому-то поводу. Я как-то к этому отношусь так, 50 на 50, потому что я публикую то, что нравится, и не всегда хочется писать такие большие тексты, потому что понимаю, что мало кто будет дочитывать до конца все это дело. Поэтому я стараюсь так коротко, тезисно, хорошо, плохо и все. Так, интересно посмотреть географию, кто из какого города у нас. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Так. Привет, привет. Так, заходим. Сейчас ждем всех еще немного. Подождем. Чего такие молчаливые, грустные. Никто ничего не пишет. Угу. Кто, кстати, кто чем занимается сейчас в пятницу вечером? Сережа 2208. Привет, привет. Привет, привет. Пока, пока. Так. Так. Тан-тан-тан, 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 тан-тан-тан. Так, встречаем выходные, но это в принципе логично, сегодня пятница, завтра выходные, я думаю, что все встречают выходные, это да, а мы сегодня как-то вот у нас такой сегодня день суматош немножко был, ну ладно, после вчерашнего посещения поликлиники, мы, Лев нам устроил такой праздник, он вчера весь день почти не спал, потом ну, ночью более-менее и с 4 утра начал нам сольные концерты выдавать. И мы поэтому сегодня к вечеру сейчас такие уже немножко... Плюс я свои 2 тренировки оттренировал, потом еще потренировал несколько людей. И так немножечко к вечеру накидывает. Дети капризничают 2 дня, хочется тишины. О, понимаю, понимаю. Молчать, лежать, смотреть в потолок. И чтобы дети еще так солдатиком лежали вот так. Да. Привет, привет. Так, ждем, ждем всех. Угу. Так, скажите, здесь все, кто участвовал в нашем конкурсе. А еще, кстати, на следующей неделе, ну, я также буду проводить розыгрыш, но будет уже денежный приз гораздо покрупнее, гораздо. Не буду говорить пока какой, вернее, насколько купили, ну гораздо, в десятки раз, это точно, вот, поэтому следите за моей страницей, что там будет дальше, розыгрыш, выполните все условия и все будет хорошо. Фу-фу-фу-фу-фу. Тан-тан-тан-тан. О, Лев, там что-то буянит, у нас буянит.
А у кого, кстати, какие планы на выходные-то? Поделитесь своими. Мы вот думаем в воскресенье в центр выбраться, погулять чуть, в церковь съездить, что-нибудь вкусненькое покушать, на людей посмотреть, себя показать, чуть развеяться, одним словом. Уже более-менее Москва открывается, уже хоть как-то, хоть дышать возможно. А кто чем будет заниматься в выходные? Пам-пам-пам-пам. Так, в гости планируем уже. Может быть, даже на следующей неделе рванем на дачу. Но пока еще не могу сказать точно, да или нет. Но думаю, что рванем. Тын-тын-тын-тын. Так, ждем еще всех буквально несколько минут. И будем проводить розыгрыш. Привет, привет. Тан-тан-тан-тан. Так. Ну что, ребят, я думаю, уже ждать не будем остальных, кто захочет, тот у нас потом посмотрит прямой эфир. Вот, а мы сейчас все быстренько сделаем. Так, сейчас переворачиваю камеру. Смотрите, вот наша Лиза on air. Мы делаем вот сюда, ставим, понимаю, галочку «Комментарий» и начинаем загружать. И кому-то да повезет, кому-то да повезет. Не буду вас томить долго. Надеюсь, что кто-то из вас выиграет. Какой смузи сегодня делали? Грейпфрут, апельсин, банан. Прям, я просто грейпфрут очень сильно люблю. Могу его есть прям там, вообще в удовольствие. Кстати, да, хорошо, я, может быть, сейчас не хочется, но завтра точно грейпфрут дам. Точно. Вот только начал. Так, кто вот у нас выиграл, смотрите. Вот кто у нас выиграл. Отметил двух людей. Молодец. Сейчас я посмотрю, подписан ли он на меня. И приз счастливчику. Так, сейчас. Скриншот сделал. Вот. Так что победитель на сегодня у нас объявлен. Еще раз хочу поделиться с вами тем, что на следующей неделе будет денежный приз намного-намного больше. Вот. Условия будут немного другие. Поэтому участвуйте. Пока есть возможность, будем дарить деньги. Деньги. А сейчас в условиях карантина не всем важны. Так, а по поводу смузи. Да, смузи на самом деле можно делать вообще из всего, там, все, что можно. Я всегда в смузи добавляю пачку творога, всегда одну, а то и две, потому что белка у нас как-никак много никогда не бывает. Белок – это хорошо, особенно для спортсменов. Поэтому все должно быть полезно. И еще рекомендую, кто меня спрашивает часто по поводу питания, в каждый прием пищи обязательно добавляйте белок. Потому что без этого вы никогда не наберете свою норму белка. У каждого из нас она своя. Ну и так, немножко я отойду от розыгрыша по поводу питания, потому что часто меня спрашивают, как надо правильно питаться, там, что нужно есть на завтрак, на обед. Там это много, там, много вариантов. Одни из таких тезисов – это в каждый прием пищи старайтесь добавлять белок. И тогда рацион у вас будет по БЖУ более-менее складываться. А так, надо следить полностью за всем питанием, смотреть, что вы едите, старайтесь взвешивать еду, знать, сколько вы потребляете в день, вашу среднюю норму там, за неделю, ваш вес. И тогда будет все более-менее нормально.
А когда вы на завтрак едите все, что попалось в холодильнике, на обед, накидая все остальное, на ужин уже что-то не буду, ничего. И как мне пишут, что я ем правильно, что-то вес никак не уходит, я могу только сказать, молодец, ешьте дальше. Я даже не стараюсь не разбираться. Потому что таким людям помочь уже очень тяжело. Которые сами знают, что они правильно едят и не воспринимают информацию, критику извне. Правда ли, что если есть мало углеводов, то будет сжигаться жир? Я в это не верю. Ну, во-первых, не то, что не верю. Это как-то просто даже не связано. Причем здесь углеводы, даже быстрые, длинные, которые дают энергию, и жир, который должен топиться. Это вообще не взаимосвязанные вещи никак. То есть это нет. Не будет топиться жир. Жир топится как минимум высокоинтенсивной тренировке, при пульсе выше 150 однозначно и при правильном колораже. Это такие несколько базовых тезисов. Все остальное по мелочам. Надо знать по макро- и микронутриентам, что человек потребляет. Вот. На сие ноте я откланяюсь от вас. Лев там ждет, орет прям, говорит, папа, ты где? Вот. А победителя мы поздравляем. Сейчас я ему напишу, скажу, молодец. И напоминаю, что розыгрыш будет крутой. Вот. А так, за питанием обращайтесь, всегда подскажу. Всем хорошей пятницы. Пока-пока-пока.